рамках расследования уголовного дела так называемой банды Джако сотрудники МВД по Республике Северная Осетия Алания, ФСБ России, Управление ФСБ России по Республике Северная Осетия Алания и Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северокавказскому федеральному округу на приусадебном участке домовладения жителя селения Зельги на глубине 2 метров под землей обнаружили схрон оружия и боеприпасов, принадлежащие членам организованного преступного сообщества, один из главарей которого по кличке Колобок был задержан накануне во Владикавказе. В 3 пластиковых бочках было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов различного калибра.